И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Когда мы с вами понимаем волю Бога, а мы понимаем ее через Его Слово, оно говорит с нами, мы чувствуем, и все становится на свои места. Скажем так, что у вас были миллионы шестеренок вперемешку, но Слово пришло и все расставило по местам. Бог говорил с вами, это Слово для вас. Храните это Слово. И это тот путь, который Бог открыл вам, путь успехов и побед. И в то же время у Слова есть все возможности, чтобы исправить все в вашей жизни. И даже если вы будете полностью поражены, повержены, повреждены, за короткое время вы станете благословением. Вы станете улыбаться, вы сможете видеть так, как видит Бог, вы сможете говорить, как говорит Бог, вы сможете действовать, как действует Бог. И тогда, брат мой, лукавый может пытаться делать что угодно. У него не получится. На самом деле, вы никогда не должны пренебрегать той силы, что несет ваша молитва. Самое первое, что с нами происходит, когда мы понимаем Слово Бога, это то, что мы становимся обладателями того света, который Бог дает нам. Если Он уличил нас во грехе, мы пребываем во грехе, то, поняв Слово Бога, мы с вами получаем власть над этой слабостью. Если мы были больны и мы поняли Слово Бога, мы получаем власть над этой болезнью. Аналогично, если у нас дома проблемы, если вы из тех людей, кто находит удовольствие в разврате, в недостойных вещах, Бог, когда Он пришел в вашу жизнь, пришел не для игр. Он пришел сделать из вас благословение. Но, доктор Суарес, я не выдерживаю этого давления. Значит, вам нужно просить. Бог, говори со мной больше. Покажи, Отец, открой Слово, позволь мне понять. Потому что тогда, когда вы поймете, о, брат мой, придет сила. Ваша мощь вырастет и станет больше, чем у всех демонов вместе взятых. Ваша сила станет могуществом. Вы станете человеком, опасным для адской тьмы. Так как всего одной улыбкой вы вскроете любое деяние колдовства, волшебства, черной магии, всего одним словом вы парализуете, уничтожите все деяния дьявола, и лучше всего то, что та сила, которую Бог дал вам в молитве, вас никогда не оставит. Теперь перейдем к Захарии, главе 7. Мы увидим здесь, мы продолжаем серию посланий на тему «Не пренебрегайте силой молитвы». И здесь в стихе под номером 9, Захария 7:9, мы с вами увидим в том, что мы прочитаем сегодня, что большой ошибкой людей тогда было не прислушиваться к тому, что сказал Господь Бог. То же самое происходит и сегодня. Когда человек не исполняет того, что Господь Бог говорит ему, он просто-напросто закрывает уши Богу, и Бог не слышит его молитв. У него не будет силы, не будет молитвы, не будет благословений. В стихе 9 сказано так: «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». О чем Бог говорит здесь? «В день, когда я родился свыше, меня забрали у тьмы, ввели в Царство Бога, и я стал членом тела Иисуса». Каждый член тела Иисуса – стал моим братом, самым настоящим братом. У нас есть братья по крови, которых родили наш отец и наша мать, и есть братья духовные, которые пребудут с нами целую вечность, которые родились от Слова и от Святого Духа. Я становлюсь частью такого человека, а он моей частью, не для того, чтобы досаждать этому человеку, лишать его преимуществ, а для того, чтобы я обогатился, чтобы преобразиться со спасением, с изменениями в его жизни. Итак, если я знаю, что некий человек болен, я посмотрю на него и благословлю его. Я буду бороться. Если он погряз в грехе – то же самое. Или если он возгордился – тем самым я откладываю в присутствие Бога блага, которые будут мне предоставлены в вечности. Там я получу истинное богатство. Так что мы должны производить справедливый суд.
представьте своего брата, у которого парализована одна почка, а другая больна. Врач сказал ему: «Итак, вам необходимо срочно сделать пересадку. В противном случае ему будут делать гемодиализ 3 раза в неделю». А вы скажете: «Я дам свою почку этому человеку, это мой брат». И почему не сделать то же самое в духовном плане для брата во Христе? Как? С ним даже не нужно разговаривать. «Бог, я сейчас молюсь, тогда как тот человек, Георгий, назовем его так, мой брат во Христе, и если одна его почка больна, а другая парализована, Господь Бог, теперь я буду бороться, я не буду спрашивать, может ли Господь сделать. Господь сделает, так как он член того же тела, что и я. А Иисус понес наши немощи. Этот ваш поступок принесет вам много богатства здесь, в Слове Бога. Это богатство будет дано вам в вечности, а здесь вы будете благословлены. Но если вы не исполните справедливый суд, если вы только и ждете: «Я хочу увидеть его падение», тогда он поймет, что почем, вы объединились с демоном. Нет, он не может делать этого. Бог, этот разум должен измениться, он извращен, он должен снова стать чистым. Как же этот человек мог предаться запретной страсти? Как этот человек смог поступить столь нечестно? Теперь Бог покажет, кто он такой. Нет, мы уже знаем, что он делает. Господь должен показать, что Господь может для него сделать. Итак, Бог приказывает: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Стих 10. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Теперь будьте внимательны. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. Как это печально! И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Народ Израиля замкнулся, не захотел слушать, как очень часто люди замыкаются и сейчас. Человеку хватает смелости отказаться от того, что Бог ему предлагает, и отложить в сторону: «Нет, я этого не хочу». Не делайте этого. Он совершенен. Он – это любовь, совершенство. Когда он мне указывает, что я ошибаюсь или следую неверным путем, он делает это ради моего блага. Если он дал мне миссию присмотреть за неким человеком, я помолюсь за этого человека. Он даст мне возможность, чтобы я получил больше благословений. Когда он помещает в моем сердце, что я должен любить, помочь человеку, поднять человека, он мне объясняет, что же он может сделать через меня. А я порой отрицаю, и когда я отрицаю, я падаю. Не падайте. Он сказал здесь: «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим». Когда вы не слушаете то, что Бог говорит вам, вы принимаете решение самое неверное, какое только может принять человек. Сопротивляться, не принимать тех слов, которые посылает Господь Саваоф через своего духа вашему сердцу, чтобы просветить вас, чтобы дать вам служение, чтобы дать вам исцеление, которого вы желаете. И здесь сказано еще через прежних пророков то, что сказано в Библии. «Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Стих 13. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». Вы не слушаете Бога. Бог взывает. Бог просит за нуждающихся. Рядом с вами есть люди, которые нуждаются, которые работают с вами, люди, которые учатся с вами, люди, которые входят в вашу семью, в ваш круг общения, а вы не говорите им об Иисусе. Но они не хотят слушать. Конечно, демон, который в них, уже
убедил вас, что их не нужно трогать, так как они даже не будут вас слушать, и вы слушаете демона. Но Господь дает вам слово, чтобы вы говорили. И нет ничего более прекрасного, более отрадного, более восхитительного, чем быть использованным Богом и видеть, как чья-то жизнь преображается. Вы молитесь, молитесь и периодически говорите о слове Господа Бога. Буквально на днях один человек подсел ко мне, я летел в самолете, он сказал мне следующее: «Доктор Суарес, я могу поговорить с вами?» Я ответил: «Можете, я пилот самолета, второй пилот. И я говорю своим друзьям, а они не слушают. Я пытаюсь им евангелизировать. Я сказал: перестаньте быть педантичным верующим, который говорит только о Боге. Люди устают. Просите у Бога мудрости. В нужный момент вы посеете семечко, пусть даже самое маленькое, и оно прорастет». Затем я рассказал об одном враче из Рио-де-Жанейро, который сказал мне: «Доктор Суарес, я увлекался колдовством и черной магией, не любил верующих людей, но у меня была медсестра, просто золотой человек. Я собирался делать операцию, а она мне ассистировала. Когда мы должны были начать, она сказала так: „Доктор, вы не возражаете, если мы соберем сейчас всю бригаду и помолимся Богу?“ Тогда я сказал: „Не возражаю“. Я внимательно наблюдал, как она разговаривала с Богом, быстро, кратко, но эти слова проникли в мое сердце. В день, когда у меня случились проблемы в моей семейной жизни, я знаю, я должен помолиться Богу, как та медсестра. Она со мной по сей день. Она изменила мою жизнь. Я принял Иисуса, бросил все свои неверные увлечения, и сегодня я один из слуг Бога. Брат мой, Бог взывает. То, что вы поняли, это воззвание Бога. Здесь говорится: «И было, как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Господь не услышит не потому, что Бог плохой, а потому, что когда вы затыкаете уши, не только вы ничего не слышите, ваш зов также не доходит. Вы заткнули уши Богу. Не затыкайте уши Бога. Не валяйте дурака: «Я не буду обращать внимания». Вы закрыли уши Бога. «Мне не нужно твое внимание». И когда вам понадобится, Бог не сможет ответить. А если Он вам ответит, ваша молитва обретет силу, вы получите возможность предстать перед Богом, изложить свою проблему и добиться ответа, и увидеть силу Бога в действии. И было, и произойдет с теми, кто упорствует в неповиновении, как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И теперь самое худшее: «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынью». Здесь говорится об израильтянах, о страданиях этого народа, который не понял духа закона, о котором говорил Святой Дух, не поняли послание, отвергли того Господа, который заключил договор с Авраамом. Он пришел во плоти, чтобы разрешить все их проблемы, и пока они не склонятся перед Господом, избравшим их в Аврааме, эта нация не будет иметь той силы, которую должна иметь, какой Бог хочет ее видеть. Пока вы не склонитесь перед Господом Богом, который говорит с вами, который хочет поднять вас, который дает вам миссию, у вас не будет силы, необходимой, чтобы делать дело Бога. Вы распыляете силу, данную Богом, чтобы использовать в молитве. Будьте тем человеком, о котором сказано в стихе 9, который производит суд справедливый. «Всякий раз, когда вы осуждаете другого человека, я знал, что этот брат нехороший человек, что эта сестра неискренна. Вы производите фальшивый суд, суд от демона, который обернется против вас. Когда вы видите нечто неверное, нет, Бог, Георгий, Мария, Иван, Полина, кто бы то ни был, я хочу, чтобы они были свободны. Брат мой, вы сеете, накапливаете,
чтобы использовать в вечности. Вы получаете богатство от Бога, вы будете богаты целую вечность, так как вы прилагаете руки к делу Бога, к творению Бога. Вы становитесь истинным рабом Господа. Давайте теперь посмотрим историю из реальной жизни. Пожалуйста. У Анжелы прединфарктное состояние. В 2005 году я проснулась рано утром с очень сильной болью в области груди. Боль ухудшалась, и мне было хуже и хуже и хуже. А к вечеру мне стало совсем плохо, и я выпила лекарства, сделала все, что только можно. Но когда настала ночь, я очень сильно ослабла. Больше не было сил ни на что, мои ноги были ватными, боль невыносимая. Я была уверена, что со мной произойдет что-то серьезное. Я легла на диван и включила телевизор. По телевизору показывали доктора Суареса, шла программа «Шоу Веры». И когда доктор Суарес начал молиться, я почувствовала в сердце, что он молится за меня. Это было от Бога. Я уверена, что Бог подготовил это мгновение, чтобы освободить меня от боли через служение доктора Суареса. И когда молитва закончилась, боль полностью прошла, исчезла. Никаких больше симптомов, никаких страданий. Все прошло. После этого, через какое-то время, я была у врача. Я сделала две кардиограммы, и ничего не было, никаких проблем. Мое сердце было здоровым.
артерии в порядке, ничего не было. Иисус Христос уже исцелил меня и полностью восстановил. Спустя некоторое время я смотрела программу «Шоу Веры», и доктор Суарес говорил о важности служения спонсорства, пожертвований и истинного понимания призыва к спонсорству. И в тот день я почувствовала, что Бог призывает меня стать спонсором. В тот момент Господь мне напомнил день, когда Он полностью исцелил меня. Потому что если бы Господь Бог не проявил себя в тот день через служение доктора Суареса, меня бы сейчас здесь не было. И я поняла всю важность жертвенности. И в тот день я пообещала Господу, что стану спонсором. И я стала жертвовать на шоу веры, так как я поняла, что благодаря программе многие получают благословение. Потому что если бы люди не спонсировали, то доктора Суареса не было бы там в тот момент. В тот день Господь не использовал бы его, и меня бы сегодня тут не было. Поэтому я понимаю, что должна делать свою часть, чтобы Бог использовал доктора Суареса и благословил других. Для этого я жертвую. Я думаю, что Бог использует ее, чтобы благословить наши жизни. Когда я слышу, как люди говорят, что узнали Иисуса через спонсорство, это радует мое сердце. Несмотря на то, что я не пошла и не рассказала этому человеку об Иисусе, я помогаю нести Слово Божье. Бог благословляет меня, всегда дает откровение, использует меня на работе, благословляет мою личную жизнь. Спонсорство открыло для меня двери в финансовой сфере. Я расту. Все это последствия, потому что когда вы верны Богу, Он благословляет. Меня повысили, подняли зарплату. Это было неожиданным для меня. Она любит евангелизировать окружающим ее людям. И она всегда говорит о программе «Шоу Веры», она много рассказывает о ней, говорит о спонсорстве, что это важно, насколько это важно для нее, как Бог ее благословляет и дает процветание. Анжела очень особенный человек, она всем помогает, очень часто служит на молодежных собраниях, укрепляет других словом. Я очень счастлива быть одним из миллионов спонсоров здесь, в Бразилии, и уверена, что Господь призвал меня, чтобы я несла это служение. Жертвовать означает осуществлять план Господа Бога. О, слава Богу! Спасибо, Иисус! Бог очень добр, друзья. Переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, что значит Бог вечный? Вечный тот, кто не имеет конца. Лишь это. У Бога не было начала и не будет конца. Он существовал всегда. Он нас создал. Мы с вами тоже вечны. У нас было начало, но не будет конца. Ну, а если я не приму Иисуса, вы всегда будете существовать в аду. Иисус, я переживаю, когда думаю на эту тему, друзья. Сколько есть людей, одурманенных демоном и не понимающих этого? Мы не проповедуем религию. Меня даже злит это слово. Я не желаю знать о религии. Мы проповедуем слово Создателя. У нас есть Создатель. Не было большого взрыва, который произошел, по мнению некоторых. Кто-то выдумал, а остальные поверили. Был очень мудрый разум. Задумайтесь, Бог создал нас мужчинами и женщинами. Наш центр удовольствия включает, по словам медиков, 8000 нервных окончаний. Это просто чудо, братья. Чтобы вы реализовались как мужчина или как женщина, Бог все запланировал. Нет, был большой взрыв. Он все совершенно расставил. Обманываете в другом месте. Нет слов. Все совершенно. Хотя были и грех, и разрушение. Брат мой, отдайте себя Богу. Вы уже думали, те, кто еще не спасен, что вы вступите в вечность и будете там ужасно страдать? Бог хочет, чтобы вы всегда были рядом с Ним в вечности. Конечно, у нас есть ограничения, но сказано, что там мы познаем Его, как Он познал нас. О, Иисус, большое спасибо. А теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, мне уже 71 год, и до сих пор я ухаживаю за своей больной дочкой. Ей уже 44 года, и у нее всегда были проблемы со здоровьем. Она не может ходить. Всю свою жизнь я заботилась о ней, но чувствую себя очень уставшей. У меня больше нет ни физических, ни духовных сил. Мое сердце наполняется болью и печалью, когда я вижу ее нереализованную жизнь. Уже много лет дома она передвигается только ползая. Другая проблема, которая появилась в нашей жизни,
это увеличение веса. И это очень странно, потому что она ест совсем немного. Доктор Суарес, я верю, что Господь может изменить эту ситуацию. Пожалуйста, прошу вас, помолитесь за исцеление моей дочери. Он действительно может, и можете на нас рассчитывать. Все мы, члены тела Христа, производим суд праведный. Друг, давайте перестанем быть плоскими. Давайте понемногу поститься, искать Бога. Кто-то нуждается в этом. Если бы это были мы бы хотели, чтобы кто-то мог получить откровение, чтобы благословить нас. Это необходимо, так как подобные истории разрывают сердце. Однако вы сказали, что она ест немного. Есть одна женщина, которая живет в Португалии. Она служит в церкви. Молодая женщина. Она попала в больницу. И все думали, что она умрет. Даже врач сказал, осталось немного, мы можем потерять ее в любой момент. Но мне открылось, и я сказал этой женщине, вам нужно сделать анализ, вам нужно найти врача-аллерголога. И она сделала, у нее была аллергия на молоко. Она говорила, доктор Суарес, я почти не ем, и при этом поправлялась. Брат мой, она исцелилась, это молоко приносило ей вред. Она исключила молоко, молочные продукты и не только сбросила вес. Я спросил, это тахикардия? Прошла. И вот однажды она мне сказала, я должна сказать вам. Мне дали молочную шоколадку, только я надкусила, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вы сами знаете, что делаете. Так что иногда человек ест немного, но ест неправильно. Ест то, что приносит вред. Это нужно проанализировать. Есть один фрукт, который вызывает у меня головную боль. Я никогда его не ем. Если то, что я съем, крепит или слабит, я не должен это есть. Просто будьте внимательны, и Бог вас благословит. Позвольте мне теперь помолиться с вами. Отец, помоги нам применять то, что мы слышали, Отец. Мы должны производить суд справедливый, суд Божий. Помоги нам понять, что это такое, Отец. И я приказываю зло, выйди из этого человека. Убирайся во имя Иисуса. Спасибо, Бог, за то, что сегодня Господь говорил с нами. Спасибо. Аминь.